Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, братья и сестры. Поздравляю вас с праздником Светлой Пасхи. И в эфире программа «Про церковь» с митрополитом Даниилом. Здравствуйте, Владыка. Христос воскресе! Воистину воскресе! Наша программа построена на вопросах. На ваших вопросах вы можете задавать их Владыке, непосредственно позвонив к нам в студию в прямой эфир по телефону 639-717. Какие-то вопросы поступят от меня. И более того, скажу вам, что наша корреспондентка Александра Горелова вышла на улицу Архангельска и провела такой небольшой видеоопрос. И жители Архангельска, и гости столицы Поморья задали, подготовили для вас кое-какие вопросы. Но для начала на Светлой Седмице, естественно, хочется задать, ну, может быть, простите, примитивный вопрос, но все-таки, что же такое Пасха? Такой радостный праздник. Этот праздник действительно самый радостный. Я вспоминаю такой учитель церкви Тертуллиан. Он писал в своей полемике с язычниками, говорил о том, что все ваши праздники вместе взятые не могут сравниться с нашим одним праздником по количеству дней, с праздником Пасхи, когда мы 40 дней поем «Христос воскресе» и поздравляем друг друга с этим праздником. Вот это вот даже количество торжественных дней говорит о том, что это самый главный праздник. Это суть всего христианства. Она заключается в жертве Христовой. Христос принес себя в жертву и воскрес, то есть умер за нас. Крест явился величайшей святыней, жертвенником. В результате этого его подвига мы теперь везде изображаем кресты. Да? Вот осветили купол центральный вчера, поставили крест. Человек освещает свой дом, тоже рисует, крестики клеятся. На груди мы носим. Если раньше это был признак позорной казни, ну вот как виселица, к примеру, то Христос сделал это символом торжества, символом веры, надежды и любви. Даже в советское время от этого символа, от креста, не отказывалась скорая помощь, медицина. На машинах скорой помощи изображался именно крест. Если мы с вами вспомним даже вот Вторую мировую войну, когда немцы давали, да, этот железный крест. Это все равно, да, был крест. И его носили, да, наши императоры, императрицы, да, Георгиевский крест, кавалер Георгиевского креста. То есть вот это символ жертвенности, любви, сострадания, милосердия. И поэтому это праздник, праздник победы. Победы над грехом и над смертью. Избавление от греха, от смерти, соединение неба и земли. Ведь если мы читаем в Священном Писании, то до пришествия в мир Христа только избранные люди видели лестницу, которая соединяла землю и небо. Но люди на небо не восходили. Небо было закрыто, только ангелы ходили по ней. А здесь уже другое. Людям открылась вечность, вхождение в рай, соединение с Богом. С Богом мы стали на «ты». Действительно, Бога мы зовем, молимся, просим. И даже более того, Господь сказал, что Царствие Божие внутрь вас есть. Вот поясните этот момент. Вот. Когда совершается крещение, то вот это семя, Царствие Божие, всевается в каждого из нас. И дальше требуется от человека труд. Ну вот как представим себе, человек приехал за границы и привез какое-то потрясающее растение. И он одному соседу дал, и другому дал. И вот один сосед посадил у себя, поливает, смотрит, удобряет, и к осени у него вырастает такой букет, а другой сосед просто лег себе, посадил и... Не забыл. Да, курит бамбук, как говорят. Вот и все. И в результате ничего. Поэтому наше спасение, наше вхождение – это не автоматом.
Да, конечно, крещение – это прописка. Тебе уже дается гражданство. Да, ты уже гражданин, да, другой республики. Не Крым, конечно же, да. А это именно вечные райские обители. Но ты должен показать себя, оправдать кредит доверия. И вот этот труд, он называется синергия, соработничество. Человек на 5% или там на 1%, а Господь восполняет своей любовью все это. И получается рубль. Одна копейка, да, и 99. Зачастую вот. Мне кажется, что человеку даже не шибко надо и трудиться. Вот больше мне кажется, что человеку достаточно только искренне захотеть. Но вера, если, да, это да, именно вот об этом говорит. Вера в первую очередь. А там Господь, да? По-моему, все делает сам уже. Да, вера от слышания сказано. Да? Вера – это уверенность в невидимом, да, и осуществление ожидаемого. Вот, но по мере веры еще должно быть и покаяние, потому что ведь мы читаем у апостола, что и бесы веруют. И то есть, да, но они еще и трепещут. А человек, он не боится страха Божия. Самое страшное, страха Божия нет у человека. Да? Вот, бесстрашие, это оказывается порок. Да? Потому что страх, он бывает трехступенчатым. Первый страх – это рабский страх, когда человек боится, что его накажут. Вот как раб, он делает что-то ради того, чтобы его не наказали. Да. Это такой примитивчик. Ну, часто вот такой он у нас есть. А второй уже, это вторая ступень, это страх, как вот наемника. Человек устроился на работу. Ну что его, конечно, не побьют, не убьют, но выгонят с работы. Ну ладно, это уже вторая ступень. А третья ступень, когда страх соединяется с любовью. Это страх сыновний. Сын работает на фирме вместе с отцом. И он, да, отец уже старый стал, такой, конечно, уже немощный. И его можно, ну, и обмануть, и как-то и бортануть вроде бы, да. Это же твой отец. И выполняет все сын правильно, потому что он любит отца. И вот эта любовь, которая, вот страх уже переходит в любовь. Ну, как такой пример есть. Утром мама встает, идет на цыпочках, чтобы сделать там яишенку своему ребенку, который еще спит, но скоро встанет и пойдет в школу. Она идет на цыпочках, она боится его разбудить. Ведь правильный термин мы употребляем? Боится. Боится разбудить. Но в этом термине... Не в смысле его боится, а боится, да, разбудить. Да, совершенно жалеет другое. Его. Да, любовь к ребенку. Любовь. Да? Поэтому вот так... Владыка, предлагаю теперь послушать вопросы, которые задали архангелогородцы вам лично. Слушаем. Можно ли верить и не ходить в церковь? Потому что сама обстановка в церкви православной, она несколько давит. А наедине человек может, ну, как-то общаться наедине с Богом, так сказать, пытаться общаться с Ним и верить в Него. Вот почему это считается? Считается ли это грехом? Если считается, то почему? Ну, дело в том, что вот есть место, где вот как можно ли вылечить все болезни у себя дома, не ходить в больницу? Врачи скажут нет. Есть такие болезни, которые требуют стационарного лечения. Потому что там есть все необходимое в этой больнице. Вот также место. А храм Божий, где особо много дается благодати. Благодать – это энергия Божия. Вот дома столько ее нет. Не случайно в Киево-Печерском патриарке мы читаем, что дома благодать Божия капает капельками, да? А в храме Божием, где совместная молитва происходит, там действительно это река. И вот мы приходим к реке. Самое главное, с чем мы пришли. Вот один пришел и зацепил там два ведра воды и понес, да. Другой там трехлитровую баночку. Третий там котелочек набрал. Кто-то кружку. А у кого-то вообще ничего нет. Он не может донести своим близким вот эту живительную влагу. Вот мы в храме
получаем много и выносим много в своих сердцах, в своих душах и несем эту благодать Божию домой. Владыка, про какую тогда неудобную обстановку спросил прохожий? Вот когда человек невоспитан, ведь большинство из нас, наши соотечественники, в силу обстоятельств, вот то, что был атеизм, они выросли и стали, вот не случайно, я знаю, нескольких мусульман, вот таких московские, они говорят, ну мы русских не уважаем. Они, говорят, потеряли свою веру и посейчас еще стыдятся своей веры. Да и мы за нашу веру умираем, мы готовы идти на смерть. Пускай кто-то скажет что-нибудь. А, говорят, у вас даже боятся перекреститься. Что же это такое? Но нас слишком много прессовали. Мусульман так не прессовали в Советском Союзе, как христиан. К сожалению, особенно север, вообще здесь каток прошел атеизма. И говорили, как комиссар Кедров, что мы вырастим такую поросль, что они будут презирать, ненавидеть и гнушаться своей историей, своей культурой, своей верой. Но получилось это. Поэтому нужно время, чтобы человек вот перешел через это. Есть такое понятие «ложный стыд». Вот человек идет, и он... От лукавого. Да, и он вот плюнул на улице. Идет, фу, да. Это так смотрится со стороны, ну как такое мужланство, такое вот, быдло что-то такое. А некоторым людям это наоборот, он смачно так перед всеми, или там кидает окурок на тротуар. Да, на самом деле вот тут должен быть стыд. А здесь наоборот, есть понятие ложного стыда. И вот человек еще не воспитан в культурном пространстве своем, не знает. Он выглядит так же, как вот иностранец заходит в православный храм. И он ходит, глазами воет, но мы-то должны зайти, это наша культура. Мои деды и прадеды сюда входили, они молились на эти иконы, они защищали нашу веру, и они здесь легли своими костями, не пошли на компромисс. Им предлагали, отрекись, тебе дадут и спецпаек, и ты будешь у нас преподавателем, но они на это не пошли. То есть вот действительно это нужно осознать, осмыслить. Ну, резюмируя, придя в гости, ты можешь себя чувствовать неудобно. Но если ты в этот дом, в данном случае в храм, будешь ходить чаще, то тебе там будет очень удобно и комфортно. Абсолютно. Вот просто как, чаще ходи в храм. Как человек первый раз приходит, а там какой-нибудь концерт симфонической музыки, а ему неудобно. Он не первый раз. Он не слышал его ни разу. Да. Или там какая-нибудь там постановка, да, балет. Он тоже не знает, а что это такое, да. А потом постепенно, ведь это же прививается, так же, как язык. Вот человек пришел первый раз, надо себя воспитывать. Чуть-чуть себя заставить. Напомню, телефон прямого эфира 639-717. И предлагаю послушать следующий вопрос. Когда в Архангельске появятся храмы шаговой доступности? Для каждого района, может быть, для каждого двора. Вот, пожалуйста, противоположное мнение. Один в храм не ходит, а другому мало. Но это абсолютно правильный вопрос. Вот то, что люди такой вопрос задают, значит, это люди мыслящие, люди, которые находятся в нашем культурном пространстве, и они уже приняли эту культуру, вернулись к своим корням. Вот действительно, я вспоминаю эти 90-е годы, когда сидят вот вчерашние партийные деятели и говорят, ну что, ну один храм, вот я про Сахалин рассказываю, на Сахалине, ну, один храм, ну, сколько? Ну, человек на 50. Пускай они себе построят православные, им хватит. То есть потом, когда стали строить, потом вот уже проект вот-вот должен быть готов, в срочном порядке переделали 250. А потом, когда построили, не влезает народ-то. И люди стали писать вовсюду, да что это такое? Я со своими, мамашка со своими детьми не может войти, боится, что их там потопчет. Слишком много людей. Ведь мы же строим сейчас торговые центры, магазины, да? И мы не говорим, да построили один, набралась толпа, купила и разошлась. Да? Кстати, говорим мы об этом, что их слишком много в Архангельске, да и не к месту. Да, частенько. Магазинов, да. А храмы, они должны быть действительно доступны, чтобы человек мог зайти и пройти, не толкая друг друга.
поставить свечку у той или другой иконки, постоять в тиши, помолиться. Вот не сразу вот все. Я вообще хочу, пользуясь сегодняшним временем, сказать, что ведь православная вера, это вот как наши братья-мусульмане говорят, это вера сильных людей. В отличие там от католиков, там... Говорят еще, это вера мудрых людей. Но и христианство мудрых, очень сложно понять. И мудрые, и сильные, потому что она требует действительно и внутренней, и внешней силы. Стоять. В храме 2 часа простоять. Да? Два. Не так вот, да, а сел... А то и 4, да, если батюшка 4, один. Да, да, в лавре, конечно, 4. У нас все-таки мы стараемся делать 2 часа. Вот стоять. И еще не просто стоять, а бороться с мыслями. Вот эта мысленная брань, потом с мыслями, со словами, с поступками. То есть православный человек – это не тот, который не грешит. Это тот, кто грешит, но он кается, он встает. Тот, кто борется. Ну, чемпион фигурного катания олимпийский – это не тот, кто не падает, а тот, кто находит в себе силы каждый раз вставать и двигаться, двигаться, двигаться. Вот искусство быть христианином – это еще сложнее, тоньше, чем стать олимпийским чемпионом. Поэтому вот, чтобы так жить, ты должен действительно быть сильным человеком. Спасибо. И напоминаю, телефон прямого эфира 639-717. Не исключаю, что вопросов нету, потому что достаточно интересно и так. Но предлагаю послушать еще один вопрос. Кажется, что лучше строить больше школ, чем церквей. Нам, по-моему, точные цифры говорить не буду. Допустим, за прошлое десятилетие построилось около 1000 школ и больше 15 тысяч церквей или больше 20. Такое мнение, еще одно противоположное мнение. Да, больше. Зачем вот мы сейчас возводим храм Архангела Михаила? Ну к чему? Может быть, церковь бы дороги бы починила в городе, ей бы были бы, наверное, признательны какое-то время. Или школы построил, или детские садики. А ветхого жилья скоро? Чего, сколько? Вот почему этим церковь не занимается, а строит вот свои храмы? Ну, если мы придем к медицине и скажем, почему вы, врачи, вот только лечите, а почему вы не занимаетесь там борьбой с алкоголизмом, там, построением, там, еще чего-то, там, не воспитываете молодежь, то врачи нам скажут, знаете, если мы бросим лечить людей и начнем заниматься социалкой, то тогда у нас люди будут болеть и умирать. То есть каждый занимается своим делом. Церковь – это та организация, которая воспитывает, которая приподнимает, оживотворяет, очищает. Самое главное, что есть в человеке. А что самое главное в человеке? То есть это то, что, ну, что дольше всего сохраняется, то и самое главное. В человеке есть тело и душа. И вот душой-то у нас на самом деле самое страшное, никто не занимается. И вот вырастают дети, и вроде бы они и сытые есть, и накормленные, а это не значит, что если и машины водить умеют. Да, если у него вот это все есть достаток, что не будет преступлений, что не будет алкоголизма, наркомании, оказывается, нет. Статистика говорит нам совершенно по-другому. И те, кто кончают жизнь самоубийством, суицидом, это сейчас тоже статистика. Это не те дети, которые находятся за чертой бедности. Оказывается, на самом деле нет. И вот то, что наши священнослужители, вот в частности отец Евгений Соколов, ездит, его приглашают, у него просто не хватает, его не хватает. По районам, по школам, директора школ просят: «Батюшка, приедьте, побеседуйте». Суициды пошли в школе, батюшка побеседует. И все это не сходит. Когда об этом узнал совет при губернаторе, то я помню, как Игорь Анатольевич сказал: так надо же, у нас тут целый коллектив работает, а выхлоп у этого батюшки, у одного человека больше. То есть как он делает так, что у детей вот это желание покончить жизнь самоубийством уходит. Подождите, церковь занимается человеческой душой. И психологи, на которых вы намекаете, школьных, они тоже занимаются душой, психология, да? Да, да. Так почему эффект-то разный? А понимаете, без Бога, как наши люди говорили в древности, без Бога нам не до порога.
То есть вот эта синергия, соработничество Бога и человека, вот оно дает эффект. Мы же помним историю. Мы наш, мы новый мир построим, да. Тот развалим. До основания. Ну и что? И вот видите, во что мы превратились сейчас. Если раньше, я вспоминаю, когда я был, учился в Одесской семинарии, то мне попали письма, немца, который перед Второй мировой войной, перед Первой мировой войной, жил у нас в стране долгое время, и вот он ездил везде, смотрел, и он такие отзывы, самый лучший народ, самый добрый, самый. А потом я приехал в 90-е годы в Германию, я услышал другие отзывы от людей, от немцев про нас, русских, как мы изменились, не в лучшую сторону. А действительно, вот без Бога человек превращается в существо со знаком минус. Да. Ну что ж, слушаем еще один вопрос. А скажите, пожалуйста, с какого возраста нужно ребенка водить в церковь? Ну, ребенка даже не водить, ребенку нужно носить в церковь. То есть вот детям дают причастие. Что это такое? Это вот прививка от болезней, и физических в том числе, но в первую очередь от духовных болезней. Вот, это величайшее лекарство, и причащают ребенка, приносят его в храм. Единственное, хочется вот пожелать мамам и папам, вот с какого возраста ребенок должен отстаивать, к примеру, всю службу. Но здесь нужно провести параллель с работой. Вот в каком возрасте ребенок может, к примеру, полоть или копать, или убирать огород, грядки на уровне взрослого человека? Вот нужно, ну это, наверное, уже там 13-14 лет. Вот так же и дети. Чтобы всю службу отстоять, ему сложно, тем более ребенка. Его нужно принести перед причастием, да, причастить ребеночка, достоять до службы. Вот мы хотим сделать в новом соборе вот такую комнату матери и ребенка. Детский храм? Вот, нет. Вот приходит мама часто, но ребенок, он же не понимает, что такое служба, да. У него приспичило. Да, и он пописался. Пописался, он дает сигнал. Слушай, мне некомфортно, перепеленай меня. А она не знает, что делать. У нее нет возможности. И она стоит бедненькая, да, а тут еще бабушки у нас часто на нее начинают, о, у нас такие бабуськи есть, там, загрызет, да, шипит, вот. И здесь делать комнатку такую, куда колоночки будут проведены, где можно перепеленать ребенка, да, игрушечки повесить. И звук службы она будет слышать. Да, она слышит, звук идет. Если ребенок закричал, она зашла с ним туда, и вот... Вот такая должна быть веселая детская комната. А у нас такой возможности нет при других храмах. Только вот при кафедральном соборе. Почему и нужен такой храм? Собор. От слова «сбор», да? Собрание. Когда все мы можем взять и вместе собраться. Ну вот как часто бывает какое-то торжество, а мы думаем, а где собрать людей? У нас немного таких помещений, где мы можем... Ну, к примеру, приезжает там какой-нибудь известный артист или хор. Вот мы с чем сталкиваемся? Хор Троицы Сергиевой Лавры приехал, а желающих всех, вот, ну, не хватило мест для всех желающих, чтобы послушать его. Вот в прошлом году приезжал этот хор. Так это хорошо, мы драмтеатр вот, попросили, чтобы они нам дали там местечко. А если где-то в другом месте? То есть народ не вмещается. Поэтому должен быть большой храм, где люди не падают в обморок. То есть прошло то время, когда действительно стоит человек и его аж мутит, потому что спертый воздух, прочее. А здесь все должно быть спокойно, чтобы на тебя там никто не сел сзади, да. На ногу не наступил, свечкой не подпалил. Ну что ж, слушаем еще один вопрос. Следующий. Как часто нужно ходить в церковь? И ну, зачем это нужно делать, если можно молиться дома? Но вот это опять тот же вопрос, что благодать Божия, она помогает именно в храме. Храм – это место особенной встречи с Богом, где человек приходит, и вот каждый человек, кто попробует только, здесь нужно вот, ну, это примерно то же самое.
зачем ходить в фитнес, если можно дома все это делать? А на самом деле нет. Да. Такого, вот когда ты туда пришел, вот эта общность, вот этот дух, действительно, он человека понуждает, заставляет, он начинает трудиться. Как говорили, на Руси гуртом-то оно все легче. Да, да. А вот мне показалось, девушка спросила Руслана, по-моему, ее имя, как часто нужно ходить в храм? Ну, здесь нет такого. Здесь нужно чем чаще, чем лучше. В больницу мы заболели вот. И пошли? Здесь нечто, а это как вот, я считаю, здесь больше с фитнес-залом подходит, да? Регулярность. Должна быть регулярность. Регулярность и тоже вот пришел, говорит, ой, я устал. Некоторые вот мне задавали вопрос еще, когда я был на Сахарине. А вот я устал, и вот, ну устал, ты не стой всю службу. Ты зайди, постой, сколько у тебя есть сил. Поставил свечку, постоял и ушел. Тут ничего такого нет. Чуть позже пришел. Здесь все должно быть тоже по силам. Мы должны себя немножко заставлять. Но нельзя переусердствовать, я считаю тоже. Вот как ребенка, его, если не объяснять, еще нужно чуть-чуть, но вот приходят наши дети учиться в медицинский институт, а там терминов, как один говорит, ужас. И я слышал о том, что в этих 20-х годах после революции говорили, зачем нам буржуазное наследие, давайте мы переведем все на русский язык, латынь нам это не нужна, забивать голову. Оказывается, нельзя. Вот так же здесь мы приходим в храм, получается, там мы слышим новые слова какие-то, да, вот даже служба, она вначале непонятна бывает, да, человек стоит, но человек двояко воспринимает информацию в храме. Одно на уровне сознания, а другое на уровне сердца. Вот почему? Вроде бы человек зашел, и он не понимает до конца службы, а вот особенно вот женщины, они начинают плакать, то есть это, спрашивают, что это, я говорю, да это хорошо, у вас чуткое сердце, и это сердце, эта душа чувствует свое несоответствие, свою греховность по сравнению с вот этой вечной святостью, с Богом. И это вот на подсознательном уровне, я говорю, это хорошо, и душа начинает очищаться. Тянуться вот, вверх. Тянуться вверх. Она отзывается, да, видимо, вот на да. эти вот чистые нотки, да. которые... в которых она создана. Да. Я хочу еще пожелать, чтобы постараться найти еще свой храм. Вот храмов их много, человек должен найти. Одному нравится деревянный, другому нравится каменный, одному нравится Свято-Никольский, другому в Соломбале, он никогда не закрывался. То есть и еще в храм можно заходить не тогда даже, когда есть служба, а когда ее и нет. О, там зайти, совсем другое настроение. Да, зайти, вот постоять у иконы, вот поговорить, попросить о чем-то. Но попросить в первую очередь о самом возвышенном, о спасении души. Ведь рано или поздно мы все оставим свои халаты, как я называю, вот эти тела, да, здесь на земле. Это закон жизни. Примерно вот то же, что человека вызвали и куда-то пригласили к царю. И вот здесь вначале в притворе, он зашел в притвор, а тут слуги играют на этих самых там, на скрипках, оператив носит, бутерброды. Человеку так хорошо стало, тут красиво, ему никуда не хочется. А тут говорит, пойдемте в зал, да может быть мы и тут посидим. Когда он зашел в зал, а там еще красивее. Вот так же земля – это место подготовки, это не место рая. Здесь мы должны пройти ее, сдать потом экзамен на добро, на любовь, а потом пойти уже туда, где все уготовано, в сам зал. Владыка, скажите, в школе мы заговорили о смерти, хотя вот такое странное сочетание, вроде Пасха, светлое Христово воскресенье, пасхальная седмица, причем здесь смерть? Через 9 дней после Пасхи день особого поминовения усопших, Радуница. Во вторник вот будет. Во вторник, 29-го будет. Почему этот особенный день так вот... День особенного поминовения усопших так близко стоит к Пасхе. Какая связь здесь? Вот, и вообще, зачем нашим мертвым наше поминовение? Ведь они же уже там вроде с Богом. Нет, не все с Богом. Во-первых, я говорю, мы оторваны от своего духовного, культурного пространства. И большинство людей живет, ну вот как медицина утверждает, большинство людей живет неправильной физической жизнью.
То есть неправильно, режима нет, того нет, того нет, наслушаешься, да. Ну а понимаешь, что это факт, так оно и есть. Вот мы часто невольно живем неправильно физической жизнью. И часть людей живет неправильной духовной жизнью. И вот Господь дал свою власть церкви. Церковь что это? Это вот общество людей, которое способно простираться за пределы человеческого ограниченного мира. А почему? А потому что церковь состоит из двух частей. Первая – это маленькая часть. Маленькая такая – это мы, земные люди, живые. А вторая часть – это выше, это мир другой. Это церковь торжествующая, в отличие от земной, которая называется воинствующая. Но эта церковь соединена, потому что глава церкви – Господь. И задача нашей церкви, именно задача – вымаливать. Вымаливать тех людей, которые в силу воспитания, вот сейчас им там не очень хорошо, им нужна наша любовь. Поминовение усопших – это любовь, которую мы отдаем им. Когда-то они нас выращивали, да, отдавали нам свое здоровье, все отдавали. А теперь наш долг – молиться за них. Не просто так налить стакан, сказать, хороший был там, меня отец, выпьем за него. Нет, этого мало. Сделать доброе дело за этого человека. Доброе слово, добрый поступок. Прийти в храм, написать записку и самому помолиться за него. И попросить. Чем больше людей молится, тем больше ходатайствует. Не случайно Иоанн Златоуст пишет, что представим себе, что вот человек сейчас выпал из корабля, и он находится где-то в море бушующем. И мы ему бросаем веревку, и он за эту веревку хватается, и мы все вместе, один не вытащит, понятно, вытаскиваем его. Вот это помощь людям, которые находятся в той жизни. Ведь часто у нас память очень короткая, она чисто умственная, но не сердечная. И вот когда мы молимся за усопших, то подключается наше сердце. А ведь в духовной жизни, в молитве главное – это сердце. И мы читаем в Священном Писании, когда Господь говорит: «Сыне, дай мне». Что Он просит? Денег? Или что? Здоровье своего отдай мне, там, часть своей мудрости, там, послужи, да, что-то там, напиши стихи. Нет, Он просит: «Сыне, дай мне свое сердце». А почему сердце-то? А потому что в любви самый главный орган, которым мы познаем другого человека, это не ум, это сердце. И вот та же девушка, что она хочет, или жена, там, или наоборот, муж от другой половины. Не чтобы там просто там дал на что-то. Хочет, чтобы я жила в твоем сердце, чтобы ты мной болел. Да? Это самая большая жертва. Как не случайно наш недоброжелатель, враг Наполеон, в свое время сказал, что Бог требует самой большой жертвы – сердце. Чтобы ты возлюбил Бога всем сердцем. И вот этот процесс любви, он на самом деле, это тяжелее, чем стать олимпийским чемпионом, да, катаясь на коньках. Это процесс, он очень, лестница очень большая, высокая. Начинается просто терпение, внимание, сочувствие, милосердие к другому человеку. И вот мы не доходим до той точки, до настоящей, чтобы почувствовать вот эту большую духовную любовь, чтобы любить не за что-то. Один мне нравится, другой нет. Мы должны любить человека как носителя образа Божия. Это образ Божий. Мы должны вот почитать этот образ. Еще и родственник, по сути. Да. Тем более, когда мы все от одного Адама, а тем более христиане – мы в церкви родственники особенные. Когда мы причащаемся Христовых тайн, то мы становимся в физическом смысле друг другу родственники. А туда, чтобы попасть, нужно быть родственником Иисусу Христу. Потому что там стоят такие ангелы, я говорю, со сканерами. И они вместо пропуска такого, они смотрят, что в твоей крови. Опа, все, есть кровь Иисуса Христа, проходи. А в этом нет человеки. То есть вот когда мы причащаемся, мы становимся единокровными и сотелесными
Господу и друг другу. Вот действительно, родство по духу, оно часто бывает даже выше, чем телесное родство. Вот часто бывает действительно, с духовным человеком ты близок. Вот такой у меня будет к вам вопрос. А зачем Творцу, Создателю, какую он вообще задачу перед человеком поставил? Вот отбросив грехопадение, вот до этого момента, какая задача перед человеком была поставлена, в принципе? Не просто, вот, наверное, плодить, размножать, что-то вот... Цель, с которой Господь сотворил человека, она одна. Чтобы человек наслаждался, чтобы человек был счастлив. И вот счастье человека заключалось в этом единении, соединении с источником этого света, добра, быть с Богом. Вот Бог вседовольный и всеблаженный. И то, что человек там где-то согрешает и прочее, он не может своим грехом умалить блаженство Бога, его совершенство. Да? И вот Господь заранее видел, давая человеку то, чем человек отличается от всех животных существ. Чем он отличается, главным образом? Разум? Это, нет, не только. Это свобода выбора. Закон детерминации, он не работает на человеке. А другие существа, да. Кошка ест мышку. В ней заложен этот закон. У нее нет права выбора. Ее не будет судить никто. Ни Бог, ну... Она увидела мышку и съела. Все. А человек... Она тем самым исполнила закон, да, Божий. Да. А человек сел, и вот у нее есть возможность, молодой человек, вот сейчас я войду в компьютер. О, смотри, там какие-то непристойности. Ой, можно зайти и посмотреть. А тут ему мысль. Слушай, ну это же нехорошо. Ну, нет, я не буду это делать. Или вот сделать какую-нибудь... подлянку, как сейчас говорят, своему ближнему. Я не про то хотел спросить. Нет. До грехопадения зачем? Вот какая задача перед вот человеком? Вот до грехопадения совершенствоваться. Человек должен был жить в раю, общаться с Богом, и он был сотворен вот на одной ступеньке. Он должен был стать на ступень, вот как сейчас ангелы. То есть укрепить свою волю в добре. Вот есть три состояния, как блаженный Августин пишет. Первое состояние – не могу не грешить. Вот большинство людей, они говорят, не могу я не грешить. А когда он начинает вот жить этой жизнью, то вдруг он заявляет другое – могу не грешить. То есть, оказывается, можно вот удержать себя и не грешить. И человек уже радуется, что он изредка, вот не каждый раз, проходя мимо лужи, он падает в нее. Он, оказывается, может один раз упасть, а другой раз пройти. Это уже хорошо, уже победа. А есть третье состояние, к которому мы призваны, пишет блаженный Августин. Оно звучит так. Не могу грешить. Не могу грешить. Я вспоминаю, как одному нашему такому богослову, проповеднику задали вопрос из зала, и как раз присутствовал, он эту мысль сказал, ну как это так? Если человек не может грешить, значит, что у него отняли право выбора? А он сказал, привел такой пример. Нет. Привел пример. Мальчик кричит. Женщина пришла с работы, с ночной смены. У нее ребенок кричит, ей спать не дает. Она не может. И вот она встает... Берет его на руки. Разве у нее есть мысль? Так, ну что его, головой об стену? Не покачать его. Да, или с пятого этажа выкинуть. У нее даже мысли нет такой. Потому что, а другой бы сказал, Господи, да что же было, скотчем, как один говорит, скотчем, закрыл ему, заклеил рот, да и все. Здесь нет. Мама, она его любит. Вот так же здесь любовь настолько сильна. Вот человек должен был совершенствоваться, такая задача, и все больше приближаться. Древо познания добра и зла, вот он слишком рано этот плод взял. Вот как часто говорят, смотри, сыночек, вот там у нас яблонька, и эта яблонька в сентябре месяце принесет плод вкусный. А ему хочется раньше, и он уже в августе сдербанил. Ой, она-то никакая. Вот так же стать Богом,
без труда. Вот то, что мы сейчас часто хотим. Стать, поиметь что-то, но ничего не делать. Не потрудившись. Три принципа рыночной экономии. Да? Побольше, побыстрее и подешевше. Три П. Побольше, побыстрее и подешевше. Так же вот и здесь. И Господь видел, предвидел. Но у Адама не было самого главного, чего у нас сейчас, что есть у нас, а у Адама не было. Опыта жизни без Бога. Вот часто мальчик живет, он упакованный. Папа с мамой ему приносит все. Я говорю, давай, да вы мне не нужны, да я без вас буду жить все. И вдруг он теряется. Где-то пошел и потерялся этот мальчик. Ага, а его никто не ищет, его никто не кормит. Ему, да, ножки не помоют, и его не пригласят спать. Ему становится плохо, некомфортно. Вот то же самое и произошло с Адамом. Он, а человеческий, да. Смысл человеческой жизни изменился от этого или нет? Ну, смысл, конечно, изменился. Здесь мы стали теперь смертны, тленны, страстны. Нет, это жизнь изменилась, вот. А смысл наш? Вот вы говорите, что мы призваны нет, служи... к самосовершенствованию. Нет, в смысле служения Богу, мы, наша цель, опять, соединиться с Богом. Вот это единение с Богом или называется спасение, или еще, говорят, цель человеческой, христианской жизни – стяжание Духа Святого. Но совершенствоваться это, будем уже там. Но это совершенство начинается отсюда уже. Да, рай и ад, он начинается отсюда, и мы его предвкушаем. И поэтому видно, бывает, ой, жалко человека, когда у него в глазах написано ад, негатив, да? Вот есть такое выражение, можно смеяться в кромешной беде, а можно испытывать злую тоску от удачи. Не могу не поделиться вот своим опытом. И с вами, дорогие телезрители, с вами Владыка. Однажды один священник объяснил мне очень интересно смысл человеческой жизни, задумку Божью. Никогда раньше не думал. И к вере относился, ну, при всем интересе, вот, ну, не мог понять, зачем это нужно. И он мне объяснил однажды простую вещь, видимо, подобрал ключик. Говорит, понимаешь, говорит, вот помнишь, говорит, там человек был создан и поселен в раю на земле. Маленький такой пятачок. Где вот рай, где все было хорошо, а вокруг-то все... И все было. Да, и где все было, и Господь тут был. Вот. А вокруг-то была пустыня каменная, по сути, там песок, в общем, жить там было неудобно. Вот. И задача человека-то была, собственно говоря, вот этот рай своим трудом при помощи Бога, который здесь же с тобой в раю, сначала расширить на всю землю. Скопать, посадить, да, полить. Потрудиться. Ну, с определенной легкостью, потому что все с Богом и все без греха. А потом... Все вот это вот. Нужно потом было распространить дальше, нашу на нашу Солнечную систему, потом на галактику, больше, 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 во весь тварный мир, по сути. То есть задача человека, мол, была в том, чтобы Богу помочь весь этот черный космос превратить в сад. И вот это меня очень сильно обрадовало. Я наконец понял, зачем мы, собственно говоря, существуем. И в чем состоит смысл вот этого самого сокровенного соработничества? Ну, Господь мог бы, конечно, одним своим мановением этот сад и сделать. Но вот человек хранить и возделывать рай, это вот эта заповедь, да, хранить и возделывать его. Вот она нужна была именно человеку. Он должен был совершенствоваться через труд и через молитву. И вот то же самое у нас здесь, мы идем этим же путем, совершенствуемся. Да, должны совершенствоваться. Но есть отличие, это какое? В раю не было столько искушений, сколько у нас сейчас. Греха тогда не было. Грех не входил в сердце человека. Человек не знал, что такое жить в союзе с грехом. Вот почему мы читаем, когда человек согрешил, сказано, в тот день, когда ты вкусишь от плода, ты умрешь. А мы видим, Адам вкусил, да? Но его же не испепелил Господь. Он не умер. Значит, говорилось о другой смерти. Есть одна смерть духовная, а другая физическая. Смерть – это разлучение. Да, разлучение человека с Богом – это смерть. Как для водолаза, вот, который со шлангом. От источника жизни. Да, от источника жизни. Вот это называется духовная смерть. Да. А есть еще физическая смерть, мы знаем, что такое. Это разлучение тоже чего? Души от тела. Когда все, душа выходит, все тело, оно гниет. Как вот мы взяли воду, да, и поместили в сосуд, она долго не может
но все равно начинает там процесс идти, разложение, потому что только в соединении с землей, земля дает энергию, а Бог это больше, чем земля, Он дает энергию. И человек, когда с Богом, то он действительно счастлив, независимо от того, что вокруг творится. То есть вторично все, что в округе. А бывает, мы видим наоборот. Человек поставил задачу приобрести. И вот он приобрел все необходимое, и ему завидуют все. А у него радости-то нет. Нету, да. Потому что нет соединения с Богом. Поэтому вот нужно жить так, чтобы... И не завидовать богатым. Да, чтобы ищите прежде всего, сказано в Евангелии, что прежде всего? Царствие, да, Божие. Царствие небесного, да, и правда его. А все остальное приложится вам. То есть основа и приложение, да? Если ребенок живет, учится, и он будет думать, что игры его – это основное, а школа – это приложение, то ну, жалко такого ребенка. Ну, из него не получится там хороший специалист, хороший врач. Да? А если наоборот ему объяснят родители, что для тебя главное – это школа, учеба, совершенствование, вот, а игры, развлекалочки – это приложение твоей жизни, то тогда все будет нормально. Да. Напоминаю, телефон прямого эфира 639-717. Вы можете позвонить к нам в студию и задать вопрос Владыке. Владыка, а пока вот я вас вот что хочу еще спросить. Вот в пасхальном тропаре есть такие слова «смертью смерть поправ». И вы вот сегодня уже тоже произнесли, что вот Господь своим воскресением смерть разрушил. Но мы-то все равно не вечны, пленны, умираем. Какой-то здесь вот есть... Вот я сказал о том, что есть две смерти. Смерть духовная, смерть физическая. Господь пришел и разрушил вот эту смерть, разъединение с Богом. То есть человечество соединилось с Богом, небо соединилось с землей. Он разрушил ад. Ведь хорошо Иоанн Златоуст пишет, и не един во гробах, то есть никого в аду нету, не взломал замок, а сокрушил вереи вечные. То есть врата просто снес, вынес. То есть, как Ефрем Сирин пишет, куда заходит Господь со своим светом, со своей благодатью, то это уже не место ада. Это место называется рай. Сейчас ада нету? Конечно, сейчас нет ада. Даже грешники попадают. Преддверие. Это называется преддверие ада и преддверие рая. А у ада сокрушены врата. А если ворот нету, то никакая стража не удержит, пишет Иоанн Златоуст. Вот. Поэтому, когда Господь сошел в пещеру, родился, то что мы поем? Небо – вертеп. То есть небо – это пещера. Пещеру мы назвали небом. Потому что там, где Бог, там и небо. И когда он сошел в ад, то это ад, уже тоже небо. Это его царствие. Вот. Поэтому-то Господь пришел, и он выполнил то, о чем он сказал Адаму в раю. Что семя жены сотрет главу змея. Да. Он пришел, спустился, не нашел, как написано в нашем Актоихе, не нашел Адама на земле, спустился за ним в ад и вывел его из ада в рай. И не только его, всех праведников. В ад сходили все, и праведники, и грешники. Одни мучились, другие нет. И поэтому-то Господь уничтожил эту смерть, но не уничтожил смерть как разлучение души и тела. Почему? Но это такой пример есть. Вот если бы у нас есть СГМУ, наш государственный медицинский университет, если бы сказали сейчас, ребята, с этого года начинается замечательный эксперимент. Значит, вы не будете сдавать экзамены, ни семестровые, там, ни какие, а вы будете заканчивать, когда вуз, вам просто выдадут дипломы. Хочешь быть то хирургом? Ты будешь хирургом, а ты будешь стоматологом. Да. Вот пошли бы мы к такому хирургу на операцию? Конечно же, нет. Вот заставляет человека учиться... Экзамены. 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 И то, что тебя же выгонят, если ты плохо.
И он постепенно-постепенно трудится, и он становится специалистом. Вот так же и каждый человек, зная, что он на земле, во-первых, временно, то, что ему сдавать экзамен, он становится человеком. Вот это «иных страхом спасаете», как сказано у апостола. А второе, ведь определенное количество людей должно родиться на земле, прожить свою жизнь и сойти с этой земли, чтобы другие прошли. Вот у Бога определенная цикличность. Когда вот все, кто по его плану должны родиться, проживут свою жизнь и уйдут из этой жизни, тогда наступит момент его второго пришествия, и тогда все люди воскреснут, праведники, грешники, да? И тогда уже все, смерти не будет, как сказано. Смерти уже тогда не будет. А сейчас есть понятие смерть как вот разлучение души и тела, но не как разлучение с Богом. Царствие Божие внутри вас есть. То есть нам не нужно сейчас искать Бога где-то там на Луне, на Марсе, где-то на небе. То есть небо, оно здесь, небо вертеп. Все, Бог, да, я с вами. Чем заканчивается Евангелие от Матфея? Самыми радостными словами. Я с вами. Бог уходит с земли, да? Возносится на небо. Вот если человек покидает землю, я когда был на Сахалине, я приводил такой пример. Человек сел на корабль и уплывает в Японию. И мы знаем, что мы его больше не увидим, его тело. Он едет жить в Японию. Вот как мы себя будем вести, стоя вот на этом пирсе? Да мы будем плакать, вытирать слезы, у нас будет тоска, мы будем возвращаться в свое жилище и чувствовать пустоту некую. А здесь уходили апостолы с горы с радостью великую. Почему? Бог-то уходит от них. Да не Бог уходит от них. Бог поднимает человеческую природу как первенец и всем показывает путь. Да. А что он им сказал? Я с вами во все дни до скончания века. Он всегда с нами. Не случайно. Вот эта же мысль даже у мусульман есть. В Коране сказано, что Аллах говорит: я ближе чем к тебе, чем твоя артерия. Угу. Вот. Действительно, Бог. У нас есть звонок. А у вас есть вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, владыка. У меня к вам такой вопрос. Может быть, в тему, может быть, не в тему, я не знаю. Но вопрос по приметам. Вот примета есть такая, что 40 лет мужчины не отмечают. Вот у меня сыну 40 лет скоро. И вот стоит вопрос, отмечать этот день или не отмечать. Вот вы знаете, что вообще-то приметы, надо ли верить в эти приметы или вера, конечно, только Богу. Спасибо вам за вопрос. А вопрос на самом деле правильный. Ведь вы не первые, кто спрашивает так. Вот я скажу, я отмечал и 30, и 40 лет, да, и 50. Есть действительно вера правильная, а есть что-то неправильное. Да? Неправильная вера называется суеверием, суетная. Человек суетится. Что значит суетиться? Ну, когда он делает, так выхлопа нет. Вообще есть вера и приверие. Да, ну это вот суеверие, мы говорим, суеверие. Ну, как дела? Хорошо, значит, нужно что, плюнуть, поплевать или постучать, да? Я говорю, слушай, стучать нужно по голове соседа, да, а плевать тоже на кого-то. Начинаю смеяться. На самом деле, да, вы не бойтесь этого, что там говорят там какие-то приметы. В них не нужно верить, нужно верить Богу и просить Его. А приметы, они вот так же, как проклятие. Говорят, ой, там, меня соседка прокляла. А в Священном Писании есть такие слова. Незаслуженное проклятие, как воробей, спорхнет и улетит. То есть оно к нам не прилипнет. Поэтому тут можно справлять и 40 лет, и так же, как за усопших, не чокаются. То есть с какой стати? До революции чокались. Вот. А в советское время... У Бога мертвых нет? Да, у Бога вот именно мертвых нет. Телом он умер, но его личность-то она жива. Вот почему и не поминают усопших? Потому что не верят в личность. А то, что первые похороны, народа много, там год прошел, еще более-менее, а потом меньше-меньше, а потом и не поминают. Не то, что там родительская суббота. К сожалению, даже на годовщину
не приходят и не поминают. Или говорят, вот приснился, отец просит еды. Я, говорит, взял, говорит, бутылку водки, колбасы, принес все это на могилку, говорит, наставил, выпил, чуть-чуть закусил, а все там оставил и ушел. Да это он просит молитв. То есть пища для усопшего – это наши молитвы и наши добрые дела. Если даже человек физически, у него нет возможности там помочь кому-то, так ты помоги словом, своими руками приди, испеки там пирогов, угости всех, а мысленно скажи, прими, Господи, как жертву за моего маму, за моего там папу, за мою маму. И Господь принимает, потому что наша связь сердечная, она не прерывается в результате смерти тела. Любовь, видите, как апостол Павел пишет, вера, надежда и любовь, да, три добродетели. Вера, надежда – это то, что относится к нашей земной жизни, а любовь простирается за пределы. Почему мать может вымолить сына умершего? Сын вымаливает мать. Это действительно молитва, которая пробивает небеса. Лишь бы только было вот это желание. И когда мы сходим вот в храм Божий, помолимся за наших усопших, милостыню какую-нибудь дадим, то мы чувствуем, как на нашем сердце появляется радость. Вот действительно от добрых дел милосердие. Что такое милосердие? Вот часто у нас нет даже термина такого, ответа. Игнатий Брянчанинов пишет, милосердие – это деятельное проявление человеческой любви. Деятельное проявление нашей любви. Или опытное проявление любви. И вот милосердие или милость – это то, чем мы еще спасаемся, каждый человек. Вот суд без милости не сотворшим милости. Да? Есть такие слова в Священном Писании. Еще милость превозносится над судом. Да. То есть вот человек где-то накосячил, там, я говорю, в жизни все. А вот он был добрый, и он старался людям помогать. И это послужит в очищении многих его грехов. Не всех, конечно, но многих. А если он еще и вот начнет ходить в храм, чуть-чуть себя заставлять дома помолиться. Вот эта молитва, она привлекает к нам вот эту Божью энергию. Ну вот представим себе, как компьютер мы купили, он может быть самый лучший. А если мы его, вот эту розетку, вилку в розетку не воткнем, то ну, не получится у нас ничего от этого самого лучшего компьютера. У кого-то из батюшек мне встречалось очень интересное тоже объяснение. Насчет того, что, мол, благодать-то в мире разливается для всех одинаково, как солнце светит. Да, сколько может кто зацепить ее? А дальше, говорит, вот, а люди, они как приемнички, говорит, ну, у кого-то антенка чистенькая, вся блестит на солнышке, и он благодать вот принимает, а у кого-то она грязненькая, эта антенка, но она сердцем зовется. Вот. А еще настроить нужно. Да-да-да, вот она не пропускает. А потом мы чуть, она сбивается, опять мы волну потеряли, и опять настраиваемся. То есть эфир-то, оттуда идет трансляция, а мы не слышим. Почему в Евангелии сказано, кто имеет уши, слышите, да слышит. Кто имеет очи, видеть, чтобы он видел. Владыка, незаметно пролетел час. К сожалению, это констатирую. Надеюсь, что через несколько там, недель, как Бог даст, как у вас будет время, вы снова окажетесь в этой студии. Мы снова пообщаемся и подготовим для вас видеовопросы. Прошу вашего благословения, святых молитв за меня грешного, за наших телезрителей. Бог всех простит, благословит. Я, в свою очередь, прошу тоже молитв у нашей паствы, у наших людей. Молитва – это воздыхание. Вот просто воздыхание от всего сердца. Господи, помилуй его. Вот если тут сотни тысяч человек так начнут воздыхать, то, конечно же, Господь помилует. Дай Бог, чтобы мы друг о друге молились и старались помогать друг другу. И даже когда мы падаем в те или иные грехи, сползаем, чтобы не лежать в них долго, вставать, просить у Бога прощения и опять идти на гору к Господу. Спасибо, Господи. Всего доброго. До свидания. До свидания.